Идея зародилась внутри самой объединенной дирекции. И по рассуждению, по размышлению, парк, природа, какое-то театральное движение не в театре коробки. Поэтому и возникла некая такая студия театрализованных представлений. В городском округе очень инициативные жители и готовы делиться своими компетенциями, своими творческими успехами. И нам бы хотелось, чтобы и наши общегородские мероприятия всегда были рассвечены не только профессиональными коллективами, которых у нас очень много, но всегда и вот такой вот народной творческой инициативой. Общаясь с жителями городского округа Химки, очень часто задаются вопросы, то, что почему в наших парках мало что происходит. Направлена вся работа его на то, чтобы максимально заполнить творческими активностями все парки городского округа Химки.